Дорогие девочки и девушки, женщины и бабушки, мне выпала честь поздравить вас от всего коллектива «Радио 53», так как у нас музыкальная станция в первую очередь. Хотелось бы и пожелать вам музыкального настроения. Это когда ты поешь с утра в душе, когда на работе что-то мычишь под нос, что вечером вот возвращаешься с работы тоже с песней, тоже благодаря этому настроению, пусть оно держится. Пусть и вы будете для своих мужчин настоящими музами и всегда чувствуете себя новыми, свежими, настоящими, уверенными в себе и знающими, куда идти. Это очень важно. С праздником вас! С днем весны, женственности, Международным женским днем 8 марта.